Uus aasta algab uute tegemistega. Tänases saateski saame teile tutvustada midagi uut. Eesti esimest ikoonimuuseumi, mis avatakse 22. jaanuaril Tallinnas Vene tänava meistrite hoovis. Ikoonimuuseum tegeleb peamiselt vanausuliste kultuuri tutvustamisega, aga hea ülevaate saab ka üldisemalt Vene õigeusu ikoonidest. Kolmanda korruse näituse saalis on esindatud nii vanausuliste ikoonid kui Vene õigeusu ikoonid alates 17. sajandist kuni 19. sajandini. Väljapanek algab iidsemate 16. sajandi teostega, mida nii ühed kui teised austavad. Kõiki neid pühapilte kõrvuti vaadates tekib võrdlusmoment ning võimalus avastada, mille poolest vanausuliste ikoonid Vene õigeusklike omadest erinevad. Kuidas on tekkinud selline märkimisväärne kunstikogu, millest lausa muuseum nüüdseks välja kasvanud? Иконы приобретались разными способами, в основном через аукционы. Вот, и многие иконы здесь куплены в Германии, в Соединенных Штатах Америки, в Голландии, Швеции, Финляндии. Вот, часть икон из коллекции коллекционеров, которые ранее занимались этим делом и сейчас вынуждены были или просто захотели что-то продать. Вот, поэтому источники поступления разные. Такого уровня коллекцию, начав ее собирать сейчас, чрезвычайно сложно. Просто этот период, период этой вот смуты, когда государства делились, когда был серьезный экономический кризис, и многие люди вынуждены были расстаться с этими семейными реликвиями, поэтому была возможность людям, имеющим какие-то средства, приобрести все это. И вот икона «Не рыдай меня, мати». Она создана в конце 16 века, по всей видимости, московским мастером. А рядом с ней икона из Вологодской провинции. То же самое, 16 век. Были определенные каноны, по которым писались. Конечно, существовали правила цветового решения. Там, одежды Иисуса Христа, одежды Божией Матери, они строго были канонизированы. Одежды уже других персонажей в цветовом отношении, в орнаментике, они были более свободные. Хотя и там существовали определенные нормы и каноны. Обратите внимание, что, готовя экспозицию, я, например, пытался разместить иногда рядом две иконы одного сюжета, для того, чтобы в экскурсионном таком плане можно было показать, чем они отличаются. Вот новообрядческая икона. То есть икона, написанная под сильным влиянием западноевропейского искусства. Подрумяненные щеки, красные губки, немножко одутловатое лицо. А эта икона примерно того же самого периода, но написана в старообрядческой древнем стиле, в том, который почитали и берегли старообрядцы. Вот, то есть две иконы на один сюжет и написанные в разных манерах. На земле человеку крепкое предстательство. Vanausulised lõid lahku Vene õigeusu kirikust 17. sajandil, kuna nad ei tahtnud omaks võtta patriarh Niikoni poolt algatatud reforme õpetuses ja jumalateenistuse korras. Kuni 20. sajandi alguseni ei tunnistanud saarivõim vanausuliste õigust oma kombeid järgida. Tagakiusamise eest põgenevad vanausulised leidsid endale uue kodu ka Eesti aladel, paljud neist asusid elama Peipsi äärde. Praegu on Eestis 11 Vene vanausuliste kogudust, kokku on neis umbes 15 000 inimest. Vanausulised löövad risti ette kahe sõrmega, kasutavad reformieelset pühakirja ja lauluraamatut, samuti kasutavad nad erilist arhailist noodikirja. Traditsioonide austajatena oli vanausulistele vastumeelne Lääne-Euroopa kunstimõjude jõudmine ikoonimaali, mistõttu jäi läbi aegade nende eeskujuks vanem, bütsantslik stiil. Aga millal jõudsid Lääne-Euroopa mõjutused Vene ikoonimaali?
Ну, они начали проявляться, начиная уже с 17 века, то есть вот вторая четверть 17 века, а особенно ярко они уже накопились в количественном отношении и проявили себя это с приходом в Московскую оружейную палату Симона Ушакова, вот, который полностью изменил как бы путь развития иконописи. Вот, это большее уделение образу святого, его лику, то есть иконы стали более крупного формата изображения лица. Появились технические новшества, такие как использование масляной живописи. Вся древняя русская иконопись строилась на использовании яичной темперы. Вот. И это изменило и изобразительный строй иконы, и естественно, и технически как бы изменилось. Вот тоже две интересных иконы, написанные в середине 18 века. Вот. Это чисто новообрядческие иконы. То есть такие иконы в старообрядческом где-то сообществе, храме там, или в домашней моленной вряд ли увидишь. Потому что одно из отличий, вот, например, старообрядческих и новообрядческих икон, это наличие ковчега. Вот здесь иконы одеты в оклады, то есть вот, металлическая рамка. Ну вот на других рядах можно увидеть, что центральная часть как бы углублена, помещена так называемый ковчег, и существует наружная рама. Во-первых, она выполняла роль действительно рамы, то есть она оформляла изображение и предохраняла ценное, драгоценное изображение иконы от механических каких-то повреждений. С развитием вот в 17 веке ковчег перестали делать, и стали делать просто плоские доски. А старообрядцы, особенно вот беспоповцы, они сохранили приверженность старой традиции, изображали иконы с ковчегом. Ну, вот здесь замечательные иконы, вы видите оклады серебряные. Это вот тоже оклад являлся даром иконе. Вот это своеобразный подарок. Вот. И поскольку серебро во все времена ценилось достаточно высоко, и то значит серебряные оклады вот были распространены. Вот две иконы, это не датированная конца 18 века, а это датированная. 1782 годом оклад имеет датировку. Часто бывало так, что вначале писалась икона, и там по прошествии какого-то времени, иногда может быть целое поколение, там отец заказывал икону, а дети могли сделать оклад. Во все времена иконы ценились, и ценились не просто как абстрактное художественное произведение или просто сакральный предмет, а икона ценилась еще и просто как материальная стоимость, потому что за многие иконы платились большие деньги, и конкретных сведений о собирательстве, например, в 17 веке не сохранилось, но в монастырские собрания, конечно, имели свои коллекции, вот, и они бережно охраняли и ценили их, и собирали, и изучали. И сия святые обители священно. Уже в 19 веке сохранились конкретные имена коллекционеров, старообрядцев в первую очередь, а потом уже и профессуры, научной какой-то среды, интеллигенции, которые стали собирать целенаправленно иконы и изучать, публиковать их. И вот мы подошли к витрине, в которой вот, можно как раз подобный пример привести. Был Николай Михайлович Постников, такой коллекционер московский, купец. Очень известный человек, у него была огромная собранная коллекция, более 3000 икон. И вот здесь находится в экспозиции одна икона святого преподобного Тихона, а сзади она имеет этикетку, что она принадлежала коллекции Постникова. Кроме этикетки о том, что она принадлежит Постникову, там есть еще этикетка о том, что икона принадлежала сводному пехотному полку его императорского величества. Сводный пехотный полк этот находился в Царском селе, и иконы позже попала в Федоровский собор. Там было 50 старинных икон, и остальные иконы были написаны вновь под старый стиль. Над иконе сохранились фрагменты ткани, вот видите? Этой тканью на старых фотографиях видно обиты стены этого собора. То есть икона находилась там, а потом попала в Америку. В общем, история сложная.
Если все иконы, как правило, писались на деревянной основе, то есть бралась доска, грунтовалась, наносился рисунок и работали красками, здесь написано на медном листе. Вот, медный лист. И краски финифть, это эмалевые краски. Краски до обжига и после обжига различаются по цвету. Значит, художник должен быть четко представлять, какой цвет, какой оттенок приобретет после обжига. Вот. И поэтому вот народные иконы, выполненные в этой технике, обычно такой грубоватый диссонанс в раскраске идет, потому что очень сложно найти вот эти соотношения. А вот высокого уровня профессионалы могли этого добиться. И к тому же икона датированная. Она, значит, на ней имеется дата 1856 год. Здесь начинаются иконы с 1800 года. Вот 1801 года икона датирована по окладу. Эта вот икона на обороте, значит, имеется запись. Там написано, что икона написана в 1821, потом восьмерка исправлена на семерку. Кто-то хотел ее сделать более старой и таким образом, наверное, повысить ценность. Вот. Но когда смотришь под микроскопом, то понятно, что восьмерка должна была быть. И по стилю икона все-таки относится к началу 19 века. По этой иконе особая история. Значит, когда я обнаружил в одном из магазинов эту икону, я предположил, что это икона мастерской Пешехонова. В России есть одна женщина-специалист, которая писала диссертацию по этой теме. Жанна Григорьевна Белик. Вот. И я послал фотографию ей, чтобы проконсультироваться и спросить ее мнение. Вот. Но получил восторженное письмо и говорит, что по фотографии как бы, ну, не положено давать оценок каких-то. Тем не менее, я беру на себя смелость сказать, что да, это мастерская Пешехонова. Дело в том, что эта мастерская была очень знаменита во второй половине 19 века. Они были официальными поставщиками двора императорского величества. То есть это, ну, лучшая мастерская в России. Они первые в России ввели вот такие чеканные орнаменты по золоту. До этого вот и иконы, которые делались, они делались, ну, на гладких фонах. Вот. И вот эта мастерская первая. Этот момент так понравился потребителю, вот, людям, что очень многие мастерские стали потом подражать им. В этом зале вот прекрасный образ, такой моленный образ Божьей Матери Казанской. Казанская Божья Матерь очень почитается среди русского народа. Вот, это любимейший образ. Здесь можно найти, у нас в коллекции, по-моему, 18 или 19 икон, посвященный Казанской Божьей Матери, с ее образом. Вот. И вот это один из самых таких ценных и значительных образов. Вот оформление тоже выполнено в стиле пешехоновских писем. Чеканка сделана по золоту. Имитация идет как бы эмалевых красок. Сам образ очень выдержанный, спокойный. Очень многие художники-портретисты, которые закончили Академию художеств по классу портрета, они писали иконы. Иконы были выгодные, иконные заказы, то есть они хорошо на этом зарабатывали. Такая икона, я думаю, что стоила не меньше 200-250, может быть, 500 рублей. Вот, то есть это огромные деньги. Здесь витрины посвящены книжной культуре. Дело в том, что старообрядцы из-за невозможности иметь в достаточном количестве книги, поскольку печатать им как бы официально запрещалось, писали рукописные книги. Вот образец рукописной книги 19 века. Поскольку все это выполнялось в одном экземпляре, вот, конечно, это представляет, ну, определенные интересы культурные, и исторические, и научные. Очень почиталось в старообрядческой культуре медное литье. Поскольку старообрядцы были люди подвижные, часто приходилось ездить по каким-то коммерческим делам, другие общины, удаленные на сотни километров, к единоверцам, одноверцам своим, то они в дорогу брали медное литье.
Вот они молились на такие иконы дорожные. Так они и получили название дорожных икон. Ну, конечно, они не только использовались там, их стали размещать и на могильных крестах, и в домах там, на входе, поскольку ну, они были дешевле, с одной стороны, и долговечнее. Muuseumi teise korruse püsiekspositsioon koosneb Eestis tegutsenud kuulsa vanausuliste ikoonimaalija Gavril Frolovi ja tema õpilaste käe all valminud ikoonidest ja ka mujal vanausuliste keskustes maalitud pühapiltidest. Сейчас пришли два зала, которые посвящены старообрядческой иконе. Ну, и начнем, наверное, со стола иконописца. Значит, нам хотелось показать, как работал иконописец, вот в каких условиях он находился. Значит, вот примерно такие могли быть или керамические, или еще какие-то небольшие емкости, в которых он наводил краску. Из обычного куриного яйца вынимался желток, смешивался с квасом или вином белым. В Германии вино использовалось или пиво, а в России использовали квас. То есть кислая должна быть среда. Дальше брался пигмент в виде порошка. Этот пигмент растирался до более мелкого состояния и смешивался с этой жидкостью. Получалась вот эта яичная темпера. Кисти здесь, конечно, современные, но такого же плана и были кисти. Значит, здесь вот находится сусальное золото, которое обязательно использовалось в иконе. Вот. А вот это вот прорезь, которую использовали иконописцы. Вот вы видите, там масса мелких отверстий. Этот рисунок накладывался на подготовленную доску и припорашивался углем. И когда бумагу поднимали, под доске вырисовывался рисунок вот этих всех отверстий. Вот. И потом его процарапывали специальной иглой и начинали уже работу художественную. Там я вам показывал копию, сделанную мною, а здесь вот находятся оригиналы этих прорезей. И в конце 19 века и в начале 20-го ученые поняли важность этих прорезей для изучения иконописи и стали издаваться альбомы с этими прорезями. Да, а вот такие брали доски. Вот это вот образец доски 17 века. Вот. И, а значит, чего это? Какое дерево? Дерево. Какое ну, дерево? В основном брали то дерево, которое больше всего росло в данной местности. Очень часто использовалась липа, она достигала больших размеров, быстро росла и ну, хорошую структуру имеет. Вот. Вот в частности это липа. Но имеются доски из сосны, из ели. А вот, например, икона, посмотрите, какая она тоненькая. Это так называемые щипные иконы. Это самый дешевый тип икон. Вот. И вот она так загрязнена, вот с осыпями. Вот. И из простой медной фольги вот, сделан оклад. Понятно, что эта икона, она даже написана не полностью. Здесь написан только лик, рука и вот наметки какие-то одежд. Вот. То есть эта икона предназначалась для ну, такого бедного крестьянского дома. Вот, стоила она копейки, вот там, может быть, 30-40 копеек такая икона могла стоить. У нас целая стена, иконы показаны в киотах. Киоты – это тоже как бы вот особый вид такого крестьянского искусства. То есть люди хотели украсить красиво свои дома и вот заказывали такие киоты. Иконы, как правило, находившиеся в киотах, они гораздо лучше сохранились. Это резная деревянная основа. Угу. Она покрывалась вот таким же грунтом в виде мела с клеем и потом золотилась. Они стоили прилично, потому что это сложная работа. Вот здесь находится портрет Гавриила Ефимовича Фролова. Gavril Frolov sündis Ukrainas, Tšernigovi provintsis vanausuliste perekonda 1854. aastal. Seejärel asus Frolovide pere elama Lätti, kus Rezeknes oli ikoonimaaljast isal Jefimil oma töökoda. Loomulikult oli Gavrili õpetajaks tema isa ning oma esimesed kogemused sai ta sealsamas ikoonimaali töökojas.
19. Sajandi viimasel veerandil viibis Gavril Frolov Moskvas, Novgorodis, Pihkvas, Vladimiri kubermangus, Kaasanis ja Samaras. Lõplikuks kodupaigaks valis ta ka Peipsi kaldaäärse rajaküla, kus umbes 1890. Aastast tegutses tema enda ikoonimaali töökoda, mis sai tellimusi nii Venemalt, Lätist kui mitmetest Euroopa riikidest. Tal oli mitmeid hiljem tuntuks saanud õpilasi, kuid õpetust ei jaganud ta mitte ainult maalimises, vaid ka vanaaegse kirikulaulu ja vanaslaavi keele kohta. 1894. Aastal sai ta oma meistritempli. Frolov oli vanausuliste Fedosejevlaste harust, mis nõudis rangete ja laitmatute eluviiside järgimist. Puhta meelega maalitud ikoonidest peeti kõikjal väga lugu. Контроль был за этим делом. И вот, например, здесь имеется свидетельство, которое, значит, Фролов к 1894 году, это дата, когда он получил это свидетельство, был опытным иконописцем. Он работал, наверное, с детства с отцом. Вот. Но власти потребовали, поскольку он был старообрядец, и для того, чтобы вот, ну, подтвердить свое умение, и все, ему пришлось сдать экзамен, получить такое свидетельство. И здесь вот в витрине изображение есть, фотография иконостаса, полностью созданного, значит, его трудами и трудами его учеников. Здесь вот находится фотография с портретом самого Гавриила Ефимовича, рядом Пимен Максимович Сафронов, его ученик, и девушки из хора церковного, которые обучались церковному пению по вот этим знаменным книгам. На этой стене находятся иконы мастерской Фролова. Первый период, этот наиболее старый, это где-то 1870-е годы, это имеется на иконах клеймо, овальное такое, миндалевидное клеймо, там написано «Иконописная мастерская братьев Фроловых». И вот иконы, вот, например, вот эти вот иконы написаны в этой мастерской. Вот к интересным работам относится икона, датированная 1889 годом. Это единственная икона, которая имеет, вот, фроловская именно икона, да, которая имеет точную дату. Потому что, как правило, имеется клеймо и все. А здесь клейма на этой иконе нет, а там есть карандашная надпись. Писал Гавриил Ефимович Фролов и дата. Вот, предположим, посмотрите, вы видите на полях изображение двух фигур. Да. На левой от нас стороне, это наиболее почетная, как бы, часть иконы, поскольку она правая от Иисуса Христа, находится ангел-хранитель. Вот. Значит, и здесь святая великомученица Екатерина. Значит, 100% я даю гарантию, что заказчица иконы звали Екатерина. А дальше сюжет Успения. Для нас он кажется, ну, немножко таким пугающим, потому что люди боятся смерти многие там и все, и кажется, что ой, такой неприятный сюжет. На самом деле это был один из самых любимых сюжетов. Ну или, по крайней мере, не то, что он любимый, он был один из самых почитаемых, так скажем. Например, в 17 веке была такая традиция дарения икон. Царь, например, должен был иметь большое количество икон для того, чтобы он мог дарить их различным людям. Так вот, икон Успения было больше всего количества. 8 тысяч икон находилось в хранилище вот у царя для того, чтобы совершать какие-то подарки. Вот если брать наши причудские дома и моленные, то там присутствуют вот иконы вот этого плана и, естественно, местные свои. Вот. Эти иконы все здесь, которые вы видите, они сделаны, написаны на Выге. Выг был, ну, таким духовным центром культурным. Там были иконописные мастерские, были мастерские по переписке книг. Туда приезжали иконописцы, там была школа иконописи, туда приезжали люди учиться иконописи. И учиться не просто иконописи, а умению вести дискуссии, споры. Вот, ну, такой идеологический центр. И вот там писались очень хорошего уровня вещи, и они продавались, везлись в разные регионы, где находились вот старообрядцы-беспоповцы. Вот интересно, что вот эта икона Архангел Михаил, Архангел Михаил грозных сил воевода, на обороте имеется надпись.
в Ревель Артемию Михайловичу. Вот. То есть это вот конкретное какое-то лицо, жившее в Таллине, которое когда-то имел, носил имя Ревель. А вот ряд икон уже написаны тоже в старообрядческих мастерских или для старообрядцев, но в других регионах. Вот крупным регионом, уже относящимся к поповскому согласию, это Ветка. Ветка – это регион такой, который находится на границе, на стыке Украины, Белоруссии и России. Туда вот в 18 веке ушли старообрядцы, организовали, то есть, свою там жизнь, поселения какие-то. И там были собственные иконописные мастерские. И вот здесь вот ряд икон, написанные там. Это вот икона. Их отличает, вот обратите внимание, какие яркие краски. Разбеленные такие, как вино, разбавленное водой, сиреневые, голубые цвета, красные цвета, много золота. Вот это определенная вот специфика именно вот местных икон. Они такие немножко, с одной стороны, они нарядные, хорошо сделанные, но они рассчитаны как бы на крестьянское население, которое вот любило такую вот яркость. Конечно, они тоже написаны с соблюдением традиций, канона, но они отличаются большей яркостью. А вот рядом висит датированная икона 1844 годом, сделанная на Урале. Для Урала, особенно вот Невьянск такой город был, центр довольно такой известный в настоящее время. У них вот внизу, вот видите, такой виньетки, белое клеймо. Цифры года там написаны не простыми арабскими цифрами, как мы привыкли писать, а написаны старым, буквенным. Причем они всегда пишут от сотворения мира, не от Рождества Христова, как вот у нас, допустим, там был бы 1844. А там написано, значит, 7000 и дальше. Они как бы имитируют вот такой старый стиль, но только такой налет немножко старины. На самом деле ты прекрасно понимаешь, что эта икона не старая. Mm-hmm. Есть вещи, например, созданные мстерцами, которые действительно вводят в заблуждение. Можно подумать, что это икона 16 или 17 века. А потом при внимательном изучении оказывается, что она написана в конце 19 века. Вот. А здесь просто намек на старину. Vanausulistel, nagu ka vene õigeusklikel, on praegu jõuluaeg. Soovime häid pühi ja rõõmustame, et Tallinna vanalinn on uue muuseumi võrra rikkamaks saanud. Uudistama tasub minna kindlasti, sest ees ootab üle 300 ikooni ja palju teisi kultuurilooliselt huvitavaid eksponaate.